А на столичной Руслановской набережной в честь праздника устроили забег в вышиванках. Его проводят День независимости ежегодно. В этот раз собралось больше 2000 желающих пробежаться красиво. Лена Зеленская все видела. Максиму лишь 5, но он уже знает, какой сегодня праздник. День независимости. 500 детей и еще больше взрослых взяли низкий старт. Вышиванка, кроссовки и хорошее настроение – все, что нужно для участия в забеге. Буду бежать по Руслановской набережной, Днепровской набережной и разворот практически возле моста Осокорков. Дистанция у нас и для взрослых 5-10 километров. Можно будет пробежать и посмотреть весь наш Киев красивый, какой он есть. Патриотический марафон также прошел в Одессе и за пределами нашей страны. Забегом в вышиванках отпраздновали День независимости Украины в Дубаях, Лиссабоне, Уотерфорде и Нью-Йорке. Вместе бежали участники Олимпийских игр и люди, далекие от спорта. Для меня это не просто забег, это реально патриотический такой забег, который в этот день объединяются украинцы во всем мире. Побольше таких забегов делать, чтобы наша нация становилась более здоровой. За несколько минут до старта участники готовятся. На праздничном забеге в вышиванках нет проигравших. Здесь царит атмосфера единства. Всех участников объединяет гордость за свою страну. На финише участников ждут медали. Сегодня каждый чемпион. Каждый, кто любит и ценит свою страну. Лина Зеленская, Геннадий Аникеенко. Подробности. Телеканал Интер.